Этим летом в Уфе отремонтируют дымоходы в 46 многоквартирных домах. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок. Подрядчика выберут 25 апреля, а стоимость контракта составит 31 миллион рублей. Восстанавливать герметичность дымовых каналов будут в 4 районах Уфы – Демском, Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском. Согласно документам, выполнить работу необходимо до 30 июля текущего года. Работы будут проводиться лишь в некоторых квартирах. На одну квартиру будет выделено от 10 до 14 тысяч рублей. Напомним, в Башкирии на данный момент без газа осталось около 68 домов. Большая часть из них находится в Уфе и Белорецке. В МинЖКХ ранее сообщали, что в Уфе дымоходы отремонтируют до 16 мая. В ведомстве тогда заявили, что массовое отключение квартир произошло из-за безответственности управляющих компаний.